Это сорт груши позднезимнего срока созревания под названием «Золотистая» крымской селекции. Сегодня 4 ноября 2022 года. Это прививка в кроне груши зимняя из вира. Плоды прекрасно сохранились на дереве, золотистой. Лист уже осыпался. Привели съемную зрелость, вот такую небольшую желтизну на фоне зеленого цвета кожицы. Рядом прививка, дерево зимнее из вира, на которой привита золотистая. В кроне есть несколько плодов такой удлиненной грушевидной формы. Сорт получен из Севастопольского института ВИР, Всесоюзный институт растениеводства, так он правильно называется. Но союза нет, а ВИР остался. Сорт весьма интересный, зимний из ВИРа. Зимний срока созревания. Имеет хорошие товарные вкусовые качества. Дерево еще листу не потеряло на 4 ноября. Дерево это более 25 лет. Штамп уже старый. И здесь разветвление. Золотистая. Прекрасный сорт, поздний зимний сорт созревания. Хранится практически до мая. Но необходимо, чтобы температура была близко к плюс 1, плюс 5 градусов. Если в подвале более высокая температура, сохранность, сроки сохранности уменьшаются. Золотистая и зимняя из вира.